Как наша Джесси себя чувствует после уборки? Давайте сходим в гости к Джесси. Джесска, и что я тебе принесла? Что Джесси любит? Иди сюда, ползи поближе. Вот так мы. Кто кого? Кто кого? Джесси очень любит тыкву, да. Я знаю, что много нельзя. Так мы едим тыквочку, да. Вот такая вкусная тыквочка. Понесет Джесси в домик тыкву? Как вы думаете? Или тут будет ее кушать? Едим, не отходя от кассы. Вот так мы уплетаем за обе щеки вкусную тыкву, да, Джесси? Джесси изучает обстановочку. После уборочки, да, все по-новому пахнет. Свежие опилочки. Что, Джесси, что ты ко мне пришла рассказать? Пожаловаться пришла? Все твои запасы куда-то делись, да? Кстати, новый домик тот, который я делала, вы видели видео. Но почему-то мне он не очень нравится, потому что он очень сильно пахнет кокосом. Я его решила пока не ставить в домик Джесси. Надеюсь, что он скоро выветрится. Я его прокипятила, но все равно запах кокоса остался. Мне кажется, он очень сильно интенсивный такой, и Джесси это может не нравиться. Джесси, маленький вход. Что ты там копаешь? Давайте мы ей еще салфеточек дадим. Джесси, держи. Ох ты, боже. Вот так вот салфетка нужна была сильно, да? Вот, теперь-то понятно, что ты там копала. Джесси, выходи, я дам еще. У меня есть еще много салфеток. Как мы с Джесси дом строили. Так. Не пролазит. Вот беда. Большая салфетка. Не пролазит. Пролезла. Сейчас высунет свой носик и достанет следующий кусочек. Смотрим. Оп. Джесси, большая страсть к салфеткам. Похоже, Джесси решила переселиться теперь в домик с кокоса. Интересно, она сюда натаскала бумажки? Давайте проверим. Да, полный домик бумажек. Все, значит, жить будем здесь. Это хорошо. У тебя получится. Ну, да, еще чуть-чуть. Как туда это все поместилось, не знаете? Кто там? Лишнее, да? Много салфеточки сильно. Места нету для Джесси в кокосике теперь, да? Вынимай. Переноси в другой домик, Джесси. Не добьем. Как вы думаете, что она делает? Да, что-то странное делает Джесска. Попозже я приду еще и проверю, как у нее дела.